Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Объект «Луна» представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас, раз так. Пойду искать колбы. Мемориальный объект «Луна» — символ советской лунной программы, явившийся первой крупной победой СССР на бесконечном пути освоения космоса. Советский Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Thank you.
О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействие с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Что это у нас? Мина, наконец-то! Я так скучала! Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. Я была плохой девочкой и подвезла одного похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то убил? Вот же тварь. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Я должна была развеяться. Хватит! Да когда же это прекратится? Не перепутай. Скажи, милый, тебе понравилось? Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Раз. Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинья. Очень может быть. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать его. Ремшкафу башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред. А вместо нормального оружия она делает какую-то немыслимую хрень. Одна есть. И почему последняя колба обязательно должна находиться в какой-то немыслимой жопе? Интересно, это у всех так или только мне повезло? А, готово. Вроде заработал. Перед вами мемориальный объект Луна. Символ советской лунной программы. Бывшийся первый круг победы в СССР. О, не маленькое помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть.
Доступ разрешен. Ебучие пироги! Визуально это скорее дерьмо, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Хросс! Не время!
Прямое действие.
хрустнул! Автоматического устранения неполадок. Критический сбой в системе физической безопасности. Всем сотрудникам покинуть помещение семенного фонда.
восстановления данных. Как корова на льду. Лабораторное оборудование является собственностью базы. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется.
Thank you.
ванных. Сохранение данных.
Сохранение данных.
для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь к специалисту для прохождения внеплановой диспансеризации. Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров? Как чувствовал, что этим закончится? Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову разможило погрузчиком в кровавую трубу. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь.
заполнить форму ЭДК-9 и форму ЭДК-2. Майор, оружие или способности? Выберите желаем. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми... Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это ты? Раз, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Thank you.
Похоже, еще немного, и котлы взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. Это криогенный элемент. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. И где тут вход в трубу? Так, вот впускной раструб. Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащи? Сработало! Осталось еще два. Да неужели?
Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Это вообще придумал. Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Раз. Это что за мужик поет? Не слышал такого ни разу. Сложно сказать. Это трансляция радио будущего из Академии последствий. Они иногда крутят все подряд, что в радиоволну будущего отыщется. Товарищ майор. Тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорю. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня.
Нейрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. Михалыч, я на обед. Вам что-нибудь захватить? Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина дошел и его захватывал. И до столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Иди уже, я догоню, сказал. Еще и перегоню. Как скажете. Сохранение данных. Ну нет у меня ноги, что ж я и не человек уже. Стетек маленький. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. Ну ничего. Скоро я вас всех обгонять буду. Для чего предназначен термоцех? Тут происходит жаростойкий пример. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации цереруса – кактуса. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Ну хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась.
Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. Горячий цех или так называемый хитарь? Жарко. Жарко ему. К нам на Урал приезжай. Да с Соливаром поработай хоть на полставочки, ядрит твою вкачать. Вот где закаляется человек. А он с цветочками своими сидит. Жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы Крокотовы. Мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть в печь, хоть в вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят, всяко легче будет. А кто ноет, тот говна не стоит. После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. В результате мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишен вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. В производстве сорт дешевый, им можно легко заменить обычный табак. И за 5-10 лет мы отучим смолить около 2/3 курильщиков в СССР. Вот, совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. We'll be right back.
сколько же вас? Жихом взбесилась, час от часа не легче. Обычно это безобидный биолог, да не физический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать Колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Выберите желаемое действие.
выберите желаем. Где она может быть, эта колба? Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Come on.
фальшмайер. Такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Да потому и взял. Слишком уж специфично выглядит. Отлично. Я тогда позже зайду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Майор, оружие или способности? Значит так, товарищи, надо что-то придумать со спорами грибов проращивания. Нам тут опять прислали робота, говорят, барахлит. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Мицелий все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же умные, вот и придумайте что-нибудь. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа такая. О, сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание, нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма.
почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был риторический вопрос.
электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. В натуре ебанули. Приятные глазу иллюминации и милые сердцу пчелки. Романтика. Можно забирать. Раз. Что известно о девчонке Петрова? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще кто? Профессор медицины. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы – Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатичная. Как тебе наша березка, милый? Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Ага, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Она бессловесное дерево, совсем не такая, как я. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня
Тебе было бы здесь одиноко. Да неужели?
хранение данных. Засияло деревце, красиво излучает, глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Внимание сотрудников распределительного центра. Открыт доступ к цехам правого крыла. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом мы думаем. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Что-то рассказать можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, или все вместе. И где же теперь роботы? Да кто его знает? Разобрелись, наверное, по предприятию. Вот тут тоннелей сколько. Кого-то сумели остановить да вырубить, а кто-то, может, тебя поджидает за углом. Ты так спокоен? Так о чем? Я свое уже откричал, напсиховался. И сам в шоке проклятия орал, и напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорил, мертвые. Ты знаешь почему-то? Потому что это, мать твою, страшно говорить с покойником. А, почему говорю? Не знаю. Не знаю даже, рад ли этому обстоятельству. Да все равно. Знаешь, мне пора. Да, давай. Пока. Повторяю. Если вы получили направление на анализ, пожалуйста, Сачок должен был предвидеть. Не мог он этого не предвидеть. Нет, точно. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Явно же, что мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом мы думаем. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг за шею. Я и хрустнул. Прямо тут. Досадно, но мне надо идти. Контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в местную.
для прохождения внеплановой инвентаризации. Повторяю, внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами, немедленно обратитесь в место для прохождения внеплановой диспансеризации. Это еще что за дверь? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Курица-убийца? Просто прелестно. Лучше не привлекать внимание. Мы уже. Личная просьба. Комплекс Павлов увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо. Поздравляю с назначением, товарищ Золотухин. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Вам, как выдающемуся ботанику, предстоит руководить созданием целых систем растений, предназначенных для формирования и освоения поверхностей других планет. Мы с товарищем Сеченовым побеседовали, и мы оба очень рады, что вы с нами. Витя, пойми, мы не просто хотим засадить Луну кукурузой. Мы хотим сами надкусить яблочко на Марсе. Товарищ Золотухин, коллега, голубчик,
мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато, и хотелось бы экзотики, если вы понимаете, о чем я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей подивить. С меня, разумеется, причитается. Всегда ваш Стефан Ласточкин. Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Интересные тут у вас аквариумные рыбки. Пиздец развели. Thank you.
Здравствуйте, Валентин Демьянович. Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Напоминаю, вам пора принять таблетку от гипертонии. Надеюсь, я ничего не перепутал. Автоматического самописца в вашей последней рабочей сессии. Завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. И куда оно все утекло? В Альгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Сохранение данных.